Произведения Шарля Перо для Лены Малаховой с малых лет были образцом настоящей сказки. Это позже, почитав об авторе в интернете, девочка с удивлением обнаружила, что в первоисточнике сказки не так безобидны. Но адаптированные русские версии любимых историй подарили доброе детство. Например, «Золушка», когда принц приехал в город примерять туфельки, мачеха, она на самом деле... Никто не мог влезть из ее дочерей в туфельку, и они начали дробать себе пальцы, чтобы могли влезть в туфельку. Ну, в общем, одна из них влезла, они поехали с принцем, и тут такие птички защебетали и говорят: «Ой, принц, посмотри, у нее кровь из туфельки течет». И принц говорит: «Действительно, у тебя же большая туфелька, ты не моя жена». За свою серию картин по мотивам сказок Шарля Перо Лена получила гран-при конкурса визуальных рисунков, проводимого детской картинной галереей совместно с Альянс Франсез Самаром. Выбрать лучших оказалось непросто, в первую очередь из-за количества работ. Ученики художественных школ из Самары, Тольятти и поселка Красный Яр прислали более 200 рисунков. Большую симпатию у меня вызвал кот в сапогах, потому что это такой персонаж, который мог всегда выпутаться из любой истории, который был очень хитрый и умный одновременно. «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Маленький принц» – картины на тему французских сказок можно увидеть в детской картинной галерее. Выставка продлится до 12 апреля. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.